Сегодня на обзоре велосипед Stern Vega 1.0. Это модель 2021 года. Смотрится очень эффектно для девочки. Интересный вариант. Правда, на стальной раме. Если вы живете на первом этаже или у вас велосипед будет где-нибудь в частном доме на даче находиться, тогда очень даже прикольно. По сборке. Передняя втулка перетянута очень сильно. Задняя втулка не затянута. Люфтила. Шатун был правый затянут, а вот левый болтался. Плюс настройка переключателей, настройка тормозов. А обод крашеный, то есть тормозить будет. Видите, уже красочка, это вот мы чуть-чуть настраивали, уже красочка стирается. То есть пока краска не сотрется, до алюминия тормозить он будет не очень хорошо. Перекинули рубашки, тросики. Туговато работает передний переключатель. Несмотря на то, что на нем написано 3 скорости, на нем на самом деле очень много положений, делений. В принципе, поэтому настраивается он легко. Был он очень высоко установлен, пришлось его немножко опустить. Сейчас все работает. То есть в целом велик такой интересный, тяжелый, более-менее надежный на микрошифтах. То есть пару лет после нашего, после нашей сборки он отъездит без какого-либо вмешательства. А так будете покупать в магазине, проверяйте втулки. То есть снимаете колеса, крутите втулки в руках, смотрите, как затянуты, как не затянуты. Все винтовые соединения тоже проверяете. Шатуны, педали, рулевую, то есть все-все-все нужно обязательно проверять.